Друзья, всем привет! Сегодня у нас 31 августа, уже подходит конец лета, но мы продолжаем, как всегда, работать. Первая машина сегодня — это у нас Toyota Wish, машина нашего хорошего друга. Сделали небольшой комплекс, а именно установили дневные ходовые огни с функцией поворотников от компании AMP. Это у нас новинка, работает хорошо, посмотрим, как покажет себя в действии. Установили регистратор NILS от компании PlayMe к Android магнитоле, саму Android магнитолу и камеру заднего вида. Друзья, вторая машина сегодня — это у нас Приора. Она у нас на шумоизоляции, комплексной, со снятием торпеды. Также, когда вскрыли, оказалось, что много очагов коррозии и присутствуют даже дырки. Машина не новая, естественно, уже такое могло произойти. В процессе отдали на переварку, все переварили, обработали. Сейчас шумоизолируем, собираем и скоро, наверное, уже отдадим. И, друзья, последняя машина сегодня — это у нас Чинганг, что-то там, китайский Nano XL, Nano Plus, машина с AliExpress. Она у нас на установке сигнализации Starline A93.